Здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. И сегодня вопрос от нашего подписчика Антона Жовтенького про совет Аксенову. Здравствуйте, Олег. С удовольствием просмотрел пресс-конференцию Сергея Аксенова. Видно, как он прекрасно ориентируется во всех вопросах, знает все населенные пункты Крыма, все проблемы и задачи. Вы в одном из недавних видео сказали, что он на своем месте. Теперь я того же мнения. И все же, что бы вы еще посоветовали главе сделать, чтобы Крым развивался еще эффективнее? Ответ. Здравствуйте, Антон. Что бы я посоветовал главе Крыма, чтобы Крым развивался эффективнее? Посоветовал бы находить почаще время и выезжать в другие страны, хотя бы туда, куда ему разрешено. В Сингапур, Гонконг, например, в Арабские Эмираты. Во-первых, ему нужно отдыхать, а во-вторых, вдохновляться на новые проекты. А для этого их нужно видеть. Взгляд у него острый, опытный, и новые идеи он бы впитывал быстро. А так, в общем-то, Сергей Валерьевич Аксенов превратился в опытного руководителя, и по эффективности управления Крымом ему будет трудно найти замену. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.